да? Человек сразу настораживает. Да. Что сейчас он скажет? Смотри, вы не обижайтесь, точка. Вы красивый и умный. Да, чего? Да, так оно и есть. Это вы стиши, продолжение. Знаю, уже 2 года мы знакомы. Друзья, картина такую традицию мы тоже ввели. Не каждый год мы ее реализуем. Ну, только нарисованы. Попробовать себя в качестве художника. Вот если автор найдется, или автор уже ушел. Ушла. Ушла. Вы знаете, кто это? Елена Викторовна, постойте, подержите. Так, вот такое замечательное. Значит, это пойдет нам в собрание. Так, а следующий рисунок, елочка. Ну, он не закончен. Кто ваша? Вот этот. Она тоже ушла. Она тоже ушла. Это важно это. Так, следующий рисунок. Что, море или что? Ну постойте, ну что вы как-то все сразу кладете, ну я же не могу так. Выскочу письмо. Да. А это один автор, да? Да. Нет, это нет, все разные. Все разные, да? Все, конечно. Всем было предложено высказаться на тему наивного искусства. Да. Мы боимся, был ответ. Угу. Потом, когда она села, сказала, это так расслабляет. Угу. Так, сейчас я попрошу поддержать, иначе вот это прилипло к этому. Саша, подержи, пожалуйста. Краска не высохла. Да. Да, еще не успела. Вот, смотрите, как будет играть. Да, цветы, цветы, как брызги шампанского. Да. Вы будете фотографировать? Я фотографировала это уже. А вон-то вот там это какой-то. А это автор мы знаем. Это мы кто же? Мы сейчас ее позовем. Это кто же? Хорошо. Давайте в конце ее покажем. Нет, Сергей Федорович, вы это держите. Неизвестный автор. Это неизвестный автор. Это единственный мужчина, который успел выставить. Это мужчина? Выставить.